24 этаже самого высокого здания Шанхая и всего Китая компания Porsche устраивает презентацию своей новой модели четырехдверного купе Panamera. Через пару минут мы узнаем, удалось ли немцам поднять автомобиль на высоту 425 метров. Сегодня мы представляем в Шанхае совершенно новую концепцию автомобиля. Как и в случае с Cayenne, мы открываем новый сегмент автомобильного рынка. Таких спорткаров еще не было. Эта машина подойдет и для страстных любителей скорости, и для бизнесмена, которого возит водитель. У Panamera не было предшественников, и передо мной стояла задача сохранить гены автомобилей Porsche. Мы спросили Вольфганга Porsche, сына знаменитого Ферри Porsche, чем для него является новая модель. После многолетних раздумий, выпускать ли только спорткары или разработать четырехместный автомобиль, мы решились и сделали такую красивую машину, которая точно будет успешной. Мой отец подумывал о такой модели, был создан четырехместный прототип 928 серии, но я бы сказал, что Panamera – это более удачное решение. Хотели бы вы, чтобы модельный ряд Porsche дополнили модели других классов? Я не думаю, что нашей компании нужен очень широкий модельный ряд. Эксклюзивность для нашей марки важнее. Спереди Panamera – типичный Porsche с выпуклыми крыльями и без радиаторной решетки. Мы выяснили, что на 94 этаж Panamera поднимали на грузовом лифте. Для этого машину пришлось поставить под углом 90 градусов. На создание этой модели немцы потратили 1 000 000 000 евро. Итак, 19 апреля 2009 года. Официальный день рождения Porsche Panamera. Поздравляем!